нашей семье День Победы – самый главный праздник. В этот день собираются все родственники, вспоминают всех родных, кто воевал. Их память чтится, я хорошо помню их имена. Мой прадед Анисин Александр Савельевич был призван в 1944 году. Не дожил до победы всего 30 дней. Похоронен в Германии, умер в 19 лет. Прадедушка Шустов Василий Галактионович воевал на Курской дуге, был ранен в голову и остался жив так с пулей. Прожил до 1976 года. К сожалению, у нас нет его фотографии. Прадедушка Шустов Михаил Васильевич воевал сержантом в войне с Японией. Награжден медалью за победу над Японией. В одном из боев под ним был ранен его верный конь, и при этом он остался жив. Он умер, когда мне было 5 лет.